Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Ричард Николаус Роланд Хольст, 1868-1938 год. Ричард Николаус Роланд Хольст был голландским художником, рисовальщиком, литографом, дизайнером обложек книг, гравером и писателем. Многие его работы были выполнены в модифицированном символистском стиле. Я цитирую переводную Википедию. Отец Хольста был страховщиком. Его племянник, которого звали также Адриан Роланд Хольст, был известным поэтом. Учился Роланд Хольст в Государственной академии искусств Ван Билдене у Августа Алебы и других. После 1918 года был там преподавателем, а с 1926 по 1934 занимал должность директора в той же Государственной академии искусств Ван Биленде. В 1896 женился на поэтессе, революционерке Генриетте Вандер Шальк. Их брак остался бездетным. Состоял в отношениях с коллегой-художницей Деборой Дувис примерно с 1926 года и до своей смерти. На его творчество сильно повлияли идеи писателя Уильяма Морриса. Он рассматривал искусство как идеалистическую, ориентированную на обслуживание деятельность, подчеркивая чистоту и четкую форму. Ну, вот так написано в переводной Википедии. Он придавал большое значение сотрудничеству между художниками из разных дисциплин, поэтому его часто называли художником сообщества. Был убежденным социалистом и близким другом левого писателя Германа Гортера. В своих высказываниях косвенно критиковал работы Ван Гога. Сделал множество гравюр на дереве, разработал плакаты и иллюстрации к работам жены Генриетты, а также разработал дизайн типографии. Большинство его работ были небольшими по масштабу. Создавал он также различные фрески для офиса Всеобщего профсоюза работников алмазной промышленности Нидерландов, издания Верховного суда Нидерландов в Гааге. Разработал витражи для собора Святого Мартина в Утрехте и несколько общественных зданий. Умер в 1938 году. Вот то немногое, что мне удалось найти из переводной Википедии, из каких-то источников о Ричарде Николасе Роланде Хольсте. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.